Внимание населения! 8 ноября с 14.15 до 15.15 в Печорском филиале Республиканская общественная приемная главы Республики Коми пройдет прямая линия на тему «Обеспечение техническими средствами реабилитации протезно-ортопедическими изделиями. Предоставление санаторно-курортного лечения». На вопросы жителей города и района ответят специалисты ГУ регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми, филиал номер 4 по городу Печоре. Предварительная запись по телефону 7-17-25. На прием можно обратиться по адресу улица Булгакова, 22, кабинет номер 17 или по телефону 7-17-25. Только с 1 по 8 ноября в торговом центре «Радуга» грандиозная ярмарка шуб российских производителей. Огромный выбор, более 500 шуб. Норка, мутон, бобр, дубленки, шапки, пуховики. Кредит, рассрочка от 3 месяцев до 3 лет. Низкие цены. Акция «Принеси любую старую шубу или дубленку и получи скидку на новую». Это вам не шутки, это шубки. Вас ждут с 10 до 19 часов. 1 октября во дворе дома номер 43 по улице Русанова потерялась кошка. Кличка Малу, возраст 1 год. Хозяева очень переживают. Телефон 8-912-556-03-37. Срочно продается двухкомнатная квартира в доме номер 51 по Печорскому проспекту. Звоните по телефону 8-912-164-76-04. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.